Всем привет! Сегодня ежегодный обзор жемчужинки моей коллекции, ароматнейший фаленопсис Шиллерианка М.Ш. Потрясающая красавица, аромат очень приятный, нежный, причем чувствуется на расстоянии, особенно в первой половине дня, с утра до обеда, на солнышке. Аромат просто потрясающий. Снимаю именно ежегодный обзор этого сорта для того, чтобы показать, как увеличивается количество цветочков. Первый обзор был снят 4 года назад, это четвертый обзор уже делаю на это растение, когда фаленопсис цвел с пары тройки листочков, они были вот такого примерно размера, где-то, ну, в половину, даже меньше, чем в половину вот этого огромного листа. Это было 4 цветочка всего. Следующее цветение было 12 или 13 цветочков. Следующее цветение на третий год 24 цветочка. И в этот раз я насчитала открытых цветков 36 штук плюс 16 бутончиков. То есть, если бы растение содержалось в нормальных условиях, то оно должно было открыть все бутоны одновременно. Ну, приблизительно одновременно. И тогда это было бы цветение 50 цветочков. В моем случае цветение не одновременное. Почему это получается? Растение довольно взрослая, оно пытается цвести в полную силу, но из-за того, что освещения ему недостаточно, к сожалению, не хватает у него силы одновременно открыть все бутоны, не хватает силы одновременно развивать их. Можно, кстати говоря, даже по размеру цветочков заметить. Ну, вот здесь покрупнее. Вот этот помельче. По размеру цветочка можно заметить, этот совсем маленький, как влияет освещение, каким веточкам света достается больше, каким веточкам достается света меньше. То есть вот эти поближе к фитолампе, вот эти подальше от фитолампы, вот этот маленький, ну вот эти помельче все, они подальше от фитолампы стоят. Я одно время хотела обрадовать этот фаленопсис, поставила поближе к окошку, и он получил у меня вот такие неприятные ожоги на листиках. Вот здесь, вот здесь. После чего я его убрала повыше, к потолку, еще повыше, чем он стоял, чтобы избежать ожогов. Но, к сожалению, там искусственное освещение недостаточно интенсивное и неравномерное. Отсюда неравномерное развитие бутонов, неравномерное развитие веточек и не одновременное их открытие. Кто знает сортовые шиллерианки? Вообще шиллериана М.Ш. это получается гибрид. Какой-то из шиллериан много. Вообще шиллериана природный фаленопсис. И он как раз славится тем, что именно одновременно открывает все цветы и несет в себе там то ли 300, то ли, ну, какой-то не одну сотню, в общем, цветов. Но если условия содержания хорошие, либо это содержание в природе. В домашних условиях я пока не встречала такого количества. Ну, возможно, что мне не попадалось. Но думаю, если условия хорошие создать и дома, если обеспечить равномерное освещение, то я думаю, что есть у нее все абсолютно шансы на то, чтобы процвести именно не одной сотни цветов. У меня, как вы видите, количество цветочков увеличивается с каждым годом.
Буду очень ждать следующего цветения. Ну и пока наслаждаться тем, что есть. А вам спасибо за внимание, хорошего настроения и пока!